Владислав Кочергин, герой сегодняшнего матча. Владислав, как ты чувствуешь себя после этой игры? Уставший и счастливый, что выиграли и проходим дальше. А вы много тренируете дальние удары? Ну, часто, да, остаюсь после тренировок и отрабатываю дальние удары. А я знаю, что ваш сын родился не так давно. Это также отличная мобилизация для вас в поле, на площадке? Ну да, для меня мотивация такая особенная. Он сейчас растет с каждым днем, конечно. И все свои голы посвящаю ему, жене, своей маме, всем своим близким, потому что они меня мотивируют идти дальше, прогрессировать. А последний вопрос, когда мы сможем говорить по-польски? Ну, я чуть-чуть уже могу говорить по-польски, но это так, простые какие-то предложения, но сейчас тяжело, но я стараюсь учить как можно быстрее. Но я уже все понимаю, и осталось только пройти этот разговорный барьер, боясь допустить какую-то ошибку в слове или еще что-то. Но в коллективе уже стараюсь больше общаться по-польски. Получается, поэтому я думаю, с каждым днем я буду прибавлять в этом компоненте.